Ага. Парни, главное, короче, вот это взять. Это вообще тупо. Да, если мы это захватим, будем на Потому что коне. если вы возьмете, да, я смогу с Селены продвинуться нормально. Я вам вешку дам одну, парни, не 24В туда. Ты себе он смотри, чтобы они на Дмитрия не полетели блочить. Совсем все Да по-другому. ладно, тогда себе заберу. Не знаю, парней там вроде все нормально. У нас вопрос, кто как зачистит, то есть если, ну, в плане зачистить, то какую начальную стратегию вырвет. Я нажимал. Ах ты ж гнида. Но они этого не знают. Я что-то боюсь, к Семену бы не было залета. Будет Да, на хреново. залет. Да, мы забыли про Валентину. Все, Все, погнали. поехали, да. Нажимайтесь. Да. Новая фишка чифты. Да. Ну, вроде бы, типа, не завтыкали, но тем не менее. Они-то знают, за кого мы считаем. Кстати, выходит, там все москали, а мы все хохлы. Ну да. Таки да. Хохловская школа варгейма. Да. Хляцкая школа варгейма. Москаляку на геляку. Во-во-во. Путин хуйло. Единственное, тут самое православное это буки. Да. Ладно, ну, короче, Семен, смотри, ты по ситуации, ты должен сейчас, если что, какие-то, может, часть вертолетов куда-то отвезти. Или если у тебя залет будет, то да, я не знаю, что там, или Валентин, или Нельсон, пусть что-то начинает тебе помогать. Полетели, Сегодня поехали. ничего, не реагировать нечем быстро. Я ПД на разведку лечу. Давай, я левее, ты правее заворачивай. Так, Виген. Я ухожу. Вертов вроде нету. А, не, вон летят. Да, Семен летят. ко Что-то мне. летит. Давай, сбивай Виген. Ого, так там нормально летит их. Да, парни. ML, вызывайте ML, да, Смотрите. все, залет. О, говноедство, боже. Давайте быстренько реагируем. Я разряжаю верты. Не, они не разряжаются, крысы. Не, что-то мало тут. По-моему, не. Селтики на центре. Так, что? Тигр Хэп. Нужен с твоей стропы код. Да, я ж их это перенаправил. Семен, как дела? Да, я тут все позбивал им. Парни, у вас что? Но у нас такое. Бывало и интересно. О, началось, блин. Так, тут что-то так себе все. Отлично. Что? Да, ну, там повтыкал. Там в туры нужна какая-то помощь?
Куда штурм поехал? Что это за приколы? Что там у вас это? Нормально все? Да. Ну такое. Так, Семен, я какой-то танк там поставлю, что мне это не нравится. Так, давайте, парни, я ой, тут... лол. Что запер? У меня тут врывчик. Блять, Тора видно. Офигеть. Ох, парни, у меня тут нормально, кстати. Жесть. Что-то меня тут так туры расстреляли. Леклерк, здрасте. Ой, здравствуйте, в бочину кто-то им. Знаешь что, Семен? Давай вот эту вот возьмем точку. А, у тебя там драка, ладно, все, давай. Блять, это вот эти пидорские машинки, парни. Разведывательные. Парни, как у вас там дела? У меня дела такое себе. По хелпу у тебя, парни. О, у меня там врывчик. Ну, Семен Семенович. Они за меня взяли окончательно. Ну, не знаю, чем тебе помочь. Что-то я тут вообще так туплю по-лютому. Не, парни, жесть, у меня тут они основательно взяли за меня. Ну что будем делать, парни? Я играю у себя. Ну играй. Мишаня, помогай мне. Окей. Да, парни, они меня тупо пушат. Мишаня, Т-64-ми сюда. Да я вижу, я там специально это все поставил, чтоб... Короче, я пошел на Григорий. В лес. Ком на Елену ставьте. На Елену ком. Блин. О, Леклерк. О, два Леклерка. Два Леклерка. Блять, не крю на выдохе, парни. Че? Не крю на выдохе. Мишаня, танком прикрывай, смотри, что тут. Где, чё? Вижу, да. Но он любит... Не, сейчас там будет все, это тактически. Какие будут приказания? Да, чтоб парней там все хорошо было. У меня, кстати, плюс один, ребят. Что делать? Я сейчас машинку надо поставлю. Я на Елену сейчас вызову. Я на Леклерке. Сможешь палить Леклерке? Мишаня, пожалуйста, аж помоги мне. Да а? Я помогаю, ну ты что, у меня ж не только ж такой. Только меня уничтожают уже. Лоб. А, что не повезло? А, Семен Федор выбивают. Ракета к старту готова, прямо.
Слушай, я им кажется, неплохо к Ивану подбираюсь. У них вообще-то, по-моему, тишина полная. Давай. Я тут дефлюсь, парни, и дефлюсь из последних сил. Ком на Григорий поставить, Дюк Нельсон. Я вызвал уже. А на Елену. На Елену Мишаня ком. Едет. А с моим Иваном прежим. Сейчас меня как бы не отрезали парни тут. Не, нормально, Семен, нормально, я их подбираюсь очень хорошо. Вон, я им тут эту всю транспорт расстреливаю. Бля, сейчас не. Меня всего расстреляют. Терпи. Все, кидай все свое на Федор, я тут закрываю все понемногу. Боже, вообще, так хорошо я тут заехал. Давай. Заодно прощупаем, что у них здесь. Серьезная штука. Ох, там они конвой сливают. Парни, есть бомбардировщик? У них ком здесь вот. Вот здесь вот, в городе. А тут АЗАЗА и Т-80. Семен, сейчас... Да, вообще, может будет на Иван ехать. Отлично. Понимаешь, что у меня тут свой Иван? Тупо можно будет на Иван сейчас заходить. Что я и сделаю. Парни, у вас как там дела? Ну, у меня повыше. У меня, парни, вот, скажем так, вообще, ну, еле-еле, то есть неизвестно как. Видите, где у меня метка стоит, парни? Мне бы туда бомбануть чем-нибудь. Куда? Что там? Вот ком, там ком. У них ком вот тут где-то стоит. Сейчас мне надо будет как раз иду заказывать. Где-то в этом коме. А парни, у нас команда Спара там объезжает. Блин, ну Валентина там вообще напряг. Сейчас я бомбану, Федор. Я уже вылетел, не надо. А, вылетел. Знаешь, Нельсон, если есть чем особо так не жалко, вот здесь бомбани. Окей. Семен, еще раз пометь, Федор. Вот тут городочек. Ком где-то в этом доме, он всего там один. Просто накрой тупо весь этот дом. Там скаут дефендер через леса едет. Замечательно. Отличная бомбану. Не выдал. Говорите вот сюда, чтобы не ездили через Дмитрий. Не через Дмитрий, Елену там. Они, видимо, продублировали ком. Наверное. А может нет. Ох, там Птуров. РБС, блин.
Может, беги. О, не. Беда. Не, что-то не забомбился его. Ну ладно. О, Нельс, Семен, у тебя там эти петухевичи. Блять, ком выбили, лол. А ты что думал? Ага. Тут вот так. Лол. Чувак, у них ком все тут же. Один человек выжил. Блин, меня загребали, я сейчас выйду. Для чего бомбить его еще раз? Точно там? Да. Один. Так, там подбирается к моим букам. Ну это плохо. А, БВ! Нет! Офигеть, это... Отстало полное. Так, ну, мне там... кажется, не на Нельсона пере... Да, там у Нельсона будет человек. Тут у меня, да, весело, в общем. Не забомбил. Блин, сейчас буки мне потратят. Блин, беда. Еще можно убить этого сюда? Заводи мотор. Ага, они захотели заб... Ооо! Плохи дела. Меня опять прорыв хотят делать. Лол, где мой Т-80? А его уже нету. Тут пехота подбирается. Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Что может сделать для вас пехота? Что, ребята, дела? Что такое? Вкрадывайся к Елене, Валентин. Сможешь? Блять, они меня просто жесть как давят. Меня сейчас выбьет Григорий. Блять, вообще подстава. Ну подстава. Хороший разведчик, меня
Офигеть. Один отряд. Такого надела. Они мой бук видят. Где-то что-то... Ага. Ясно. Штормеры буки позабирают. Там куры уже какие-то. Ой, плохи дела. Хорош ваншотнул. Да. На Григория выбили, да? Блять, 40 штормеров, это просто жесть. Че, давайте, может, на Елену... А, ну там... Нельсон, ты там соло воюешь, да? Ну, помогает кто-то периодически. Шаня, твой Т-64 мне действительно хорошо. Да, я вижу, да. Только бок не подставляет. Так, узнать бы, где они лезут. Не, давай, блин. Что-то надо кардинально делать. Давай, я танк. Вот где они начали, активизировались. Такси заказывали. А у нас все плохо, Нельсон. Как у тебя-то, блядь, Григорий, это все печально. У меня ничего нет вообще. Помогай мне, Федор, тогда, какие Нельсон. Да нет, ребята, если вы не возьмете ничего, то тут будет все печально для нас. Да, погнал на Елену, ребят. Давай, чем тебя саппортит? Там два самолета взял. Не знаю. Может тебе это. Блять, то, что они плюс один, это печально. Самое время. Бомблю. Что тебе там? Миланы бомбит? А там один слот. Бомбить нечего. Я, короче, рандомно бомблю. Знаешь, я попробую, может. Не надо. Далеко он залетел. Короче, СТРВ убивает твой Т. 64 убил. В чистом поле. Так смотри, тут Елену взяли, лол. Давайте.
Ого, а тут налет. Причем серьезный. О, кротали бомблю. Так давай прыгай, где там командник у них. Да еще. Что может сделать для вас пехота, сэр? Не действуй, не победим. Какие будут приказания? Что, не понял юмора. Я думаю, что он здесь, что ли, где-то? Сомневаюсь. Да ладно, вы бы его видели. Да, да. Что за трэш? А да, он, наверное, вот здесь вообще. Интересно. Наверное, в случае бомбанул дальний угол. Тора убивают. Нет, он там. Бомбите сюда. Если есть что. КД. Нормально. Штормеры уже. Хиллеры. Нальсон, как у тебя там дела? Никак. Убивают нормально. Т 80 аккуратно. Ну что у меня, о, вот убили, вон видно второй. Ой, господи. У них еще один ком где-то. У них леопард на приборе. А не за этот за... Блин, короче, тут беда небольшая. Нам где-то комп поставили. Семен, спецназ шатай. Нам заблочили. Кого? Кого? Распаун кого? А. А, вот, нашел, все. Так, надо в город срочно, и много. Так, Нельсон, где у них ком там? Покажи. У них на Григории танк где-то здесь стоит. Я туда кассетками буду. Да. Ну, сам понимаешь, что да. Ничего может не быть уже там. Ну. Вы что-то заметили? Вы были бы слепы. Валентин, любой ценой укрепляй Лену, как только можешь. Вообще нет. Блять, да что ж там за помойка уже? Вон ком пехота идет. Хорош. Врага уже.
МиГ-29С есть. Могу бомбануть куда-то, не знаю, правда, куда. Вот. Еще? Бомблю. Не, опять сейчас убьет Григорий. Можете коинки, логистику прислать? Ой, а что это за подстава? Блять, как бы меня сейчас Федор не выбили, вообще панты осталось. Семен, как думаешь, где комп? Вот где-то здесь. Лечу. Лягас. И у меня кончилась пехота вся полностью. Нормально. Здравствуйте. Нужно пробраться в тыл врага? Не выбил. Что-то. Нет, не выбил. Конечно, не выбил. Блин, тут все по дороге едет, пацаны. О, вот это подстава. Где оно взялось? Подстава тут. Когда не прошли лоб. Что это за грузовичок? Мой тут взорвался. Где? А потому что там лес занят. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Такси, такси заказывали? Ясно. Ох, Мишаня, там смотри. Что тут, парни, у нас вообще печаль. Да я же вижу, господи, это ж... Можете кто-то ком быстренько заказать? Денег нет. Хорошо. Какие будут приказания, сэр? Что-то эти команда пара не убиваются. Ребят, кому переключиться? Я уже делаю. Давай мне помогай. Жесть. Просто жесть. Кто тебя вызвал? Что угодно. Ты сам видишь, что у меня тут вообще печаль.
У них на Григории ничего нету, кстати. Почти. Так давай Нельсон на машине. Ты командник поставь на Григории, Нельсон, у нас будет плюс один. Я только что вызвал. Сейчас минут осталось. У меня с самого ничего нет тоже. А нам не... Ох, парни, на меня тут полностью навалили. На мне тут двое. Помогаю. Чем могу. Вот и 80, то это хорошо. Боже, на твой Т-80 все налетели. Ой, нет, нет. Боже, сколько там команд маринов? Плохи дела. Нет, один ХП. Там мардеры, кейлеры, что собираются. Бомберы, вигены. Вигены это плохо. А у меня тор не заряжен, да. Бля. А не. Нормально. Там команда спара на твой Т-80. БУ вводи. Вводитель, вводи БУ, тут туров нет. Вводи кейлеры, обстреливай. Валентин, слышишь? Стрит, вот тебе еще заезжают. Я не вправе обсуждать с вами мои предыдущие задания, сэр. Нет, давай, обсули. А, ну вот есть, да, уже появились. Вводи БУ. Блин, у меня тут вообще беда. А, хотя 4 минуты осталось, блин. Ну, принципе... А нам надо хотя бы набрать еще 10 очков, хотя бы в ничью, чтобы уйти. Григорий, а он на лесу сейчас Григорий блочит будет. Ну, там в лесу пехота мне сразу выбьют. Это я так, под конец оставлю, не знаю. Кстати, Федор у них, смотрите, спокойно прокатывается. Кстати, если мы сейчас... Ну, с Богом. А вот и у них и ком, смотрите. Кто там палит? Давай, вали его. Ми-27 вылетаем. Где? На Елене? Херня полная. А у них еще одна там есть. На Федоре. Проиграем, если срочно сейчас мы сделаем что-нибудь. Нельсон, блочь. Блочь срочно, нету времени, 2 минуты. БТР, топливо закончилось, еще даже не... Что, у нас кома нету на Елену? Нет.
ком стреляют по... Мне не стреляют нормально все. А! Что это тут? Не знаю, берите все бомберы или рандомьте команды, только одна минута осталась, тут уже или так, или не так. Хотя ты знаешь, я посчитал, каждые 4 секунды мы сможем. А нет, вон они ком ставят. Это ничья будет уже. Нет, вон они ком, смотрите. Леопард 2, лечу. А, МиГ-27 летит, да, на Леопард 2? Да. Давай. Отлично. Огонь. Не, ну мы не успеем выиграть. Тут ничья. Успеем, успеем. Если сейчас плюс один сделаем. Не, всё, Нельсона выбили. А, тогда все, да. А нет, парни, мы проиграли. Чего? 17 этих. Нет, мы не успеем. Ком, ком остановили на Елене, Фидель Кастро. Да, вижу. Ребят, стоит, ты... он не стоит, постреблись, посмотри. Блять, Валентин, ну я же лучше знать, что он стоит или не стоит. Ну ладно. Да нет, это ничья. А да. Блять, жалко. Ну, нормуль. Да, ничья хорошая. Я так насливался на неделю.